Продолжаем движение серии 178 за деревьями. Были пройдено 44 километра. Старт. Откуда-то там вот. На протяжении всей серии нет ни одного населенного пункта. Попеременно то слева, то справа. Железная дорога. Норвежская магистраль. Желтого цвета. Так, комментарии. Александр VII написал. Вам идет от Совгавани до Тайшета, а от Сководино выше стиха – это Аян. Норвежская магистраль. Сергей Трошин. Вот здесь. К тому же железная дорога Якутии никакого отношения к ОАО РЖД не имеет. Ну, я думаю, полезная информация. Так. Может, кому-то это понадобится. Больше комментариев нет, здесь, которые требуют ответа. Продается дом. Поэтому продолжаем движение в сторону Якутска. Давление, не давление, масло удалить. Стоянки, где привал будет. Якутск 454. Такое впечатление, что он все удаляется и удаляется. Вот еще часов. Восемь, наверное, семь-восемь часов еще. Конечно, столько не поеду. В проектах федеральных возможностей и республиканских дует 100% на объекты, которые мы ввели в Нижнесадском и в Горном районе, получается третий. И каждый раз мы участвуем в конкурсе, в федеральном конкурсе на получение федерального финансирования. Для того, чтобы в нем принять участие, необходимо соответствовать определенным условиям. Обязательно населенный пункт должен быть перспективным, он должен расти, должна быть активная самодеятельность в населенном пункте. И необходимо также обеспечить софинансирование со стороны местных бюджетов. А здесь финансирование было обеспечено, и также обязательное условие – это наличие проектно-сметной документации и экспертизы к ней. Конечно, не все прорабатывают на таком уровне свои заявки. Здесь достаточно хороший был пакет подготовлен, и мы очень рады, что вообще Намский район всегда активно участвует, много поселений участвует. Говорит, что тут идет. В прошлом году у нас открылась модель мероприятий в Намском районе, и надеемся, что по всем другим конкурсным мероприятиям тоже будет активное участие. В этом году у нас один объект вводится, он строился в течение 2 лет. Вместе с тем, в этом году мы начинаем строительство еще одного дома культуры Белинского. В этом году у нас впервые по нашему проекту начался капитальный ремонт домов культуры. Два капитальных ремонта пройдут дома культуры и два ремонта детской школы искусств. Поэтому вот, мы считаем, что объемы будут наращиваться. Нам уже дали подтверждение по объему на следующий год. У нас уже там планируется порядка 6 культуры отремонтировать за счет. Широченная. Хорошо, у меня строится много разных программ. Слева железнодорожный мост. Именно по участию культуры появляется много новых объектов. Вот вы посетите тоже модельный библиотек, который открылся в прошлом году. Надеемся, что объектов будет увеличиться, поскольку
потребность всегда есть. А помимо того, что действия национальных проектов сейчас начинается ремесло мероприятия национальных программ по встрече правильного востока, это еще дополнительные тоже возможности. И начнет в ближайшее время работу программа по развитию Арктики. И здесь у нас будут охватываться уже арктические районы, и здесь тоже количество объектов, которые будут строиться по отрасли культуры, увеличится. Собираем заявки. Все, конечно, многое зависит от того, как прорабатывают на местах, и требуется активность глав поселений. Чем больше у них будет заявок, чем больше будет проектно-сметовой документации, проработано, которые имеют экспертизу, которые уже утверждены. Сейчас у нас, к сожалению, есть рост цен, и здесь мы тоже вот на этом объекте столкнулись с такой трудностью, что произошли изменения в законодательстве, нам потребовалось срочно увеличивать финансирование, поскольку появилась необходимость возведения дополнительных пожарных резервуаров, которые не были в начальном объекте. Все эти сложности нам удалось преодолеть, и уже практически все, что должно быть в этом году установлено, оно поступило сюда. Это еще оборудование, которое будет обеспечивать уже деятельность Дома культуры и библиотеки. Оно все уже завезено, и сейчас осталось только установить. По арктическим районам, конечно, мы работаем в меньших объемах, и там есть сложности. Вот у нас сейчас идет ремонт детской школы в Зырянке. Там у нас окна везут очень долго по сложной системе через Магадан. Из Магадана должны по земле доставить. И в итоге у нас, конечно, сроки там немножко другие, они поджимают, но мы надеемся, что мы уложимся. Конечно, если будут в Арктике проекты, там дольше нам понадобится время на реализацию проектов. Даже здесь, в Центральной Якутии, на личном результате мы вынуждены 2 года вести строительство, хотя в центральных районах обычно такого объема объекта они в течение года возводят по отрасли культуры. Но ежегодно у нас водилось не меньше 10-15 домов культуры, но они водились по добрым делам. И качество строительства было не очень хорошее. Здесь уже совершенно другой уровень строительства, уровень оснащения другой. И у нас вообще самое большое число сейчас модельных библиотек. В этом году у нас откроется 11 модельных библиотек и станет их 22. А это больше, чем по всему Дальнему Востоку. А здесь тоже конкурсные услуги. Будем записывать аудио, что он скажет, документы. Здравствуйте. На автомобиле. Водительская. Все нормально. Так, куда мне засунуть теперь это? Что спрятать? Так, проверил он удостоверение, права и эту скриншот я сделал страховой.
первая остановка за всю дорогу, которую я ехал. Работает услуга библионяни, где мы первая детей, остановка начало не оставляет детей, 16 обзор книг, какой сегодня день, движение уже не помню, это 17 неделю, один по-моему. Раз, это суббота, у нас день семьи шестей, от них тоже можно, нас двое, вот у нас трудные, я заведующая, мы а сколько у вас книг вообще? У нас фонд был до 1000, там стало 1500. В основном это детское. В основном не детское, а все, а я отослевая, есть и академическая, и детская литература. Была квадрата меньше 120 квадратных метров, сейчас стало 180 квадратных метров. Мест стало больше, читальных, посадочных мест. Компьютер стало много. Сейчас стали федеральные модельные библиотеки нового поколения. В этом году уже 80% читателей буквально от 60. В нашей передаче мы рассказали, как в Намском Улусе, благодаря национальному проекту «Культура», строится дом культуры в селе Акпаны, и обычная сельская библиотека, став модельной, превратилась в центр чтения, куда с удовольствием приходят не только дети, школьники, но и взрослые села. Кроме того, в самом райцентре селе Намки строится дворец культуры и духовного развития столетию республики и 125-летию Максима Кировича Алмосова, о котором мы рассказывали в одной из наших прошлых программ. На этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Автономия там сюсилым керсе, сюльбе сюя чулуки, гитте сахасы сыры тюля, хучу тала сыры сютюля тренера. Дмитрий Петрович Коркин веремятчилере, олимпиадала чепчал сетигилерге данамы, Коркинны олуропа, Коркинны аякка ден выставкага ыңраллар. Булар сирая дутыстыку строительной, афиэбген кинин выставкалын салата, Баланайын тоқсус күнігәндері асыды он частын киялта часы дейді. Трен программа тігірі сабатустудын андой дуга аттаппыд. Чулу спортсменнар бір Павел Пенигиннен Александр Ивановтун, Василий Гоголевтын кенелер бірге үйеренмен жарықтамды доттын күрті көлсүйілер. Тусту туғынан кенегелер тула кәпсети, сақат ацананы күндірейдіне кампания, архивыттан сақат устудын жалқай түгеннері уанна датын келін, сөтден үлендіктар. Сахатен компания портативный гараж, драконы сайны булкат, алканалла, балаккалары техникага, септибер, ангар, адрес традюк устан курат, палладим, аты ерген джете, иккис этес. Бильсер, телефендерге, алыс 904, алыс 159, отын бил нулу, ванна алыс 961, сетте 905, тон без. Речь,
102 часов кода сертификат на серка мебель аран фин лапатадзе. Ну, в общем, можно понять, о чем говорят. Чула кулеми чуты туган, алимп магазин вонсиллах бюллетя тренер кыттан беатигар умулвар белях тонстум. Адрес Традюковской коротка Чернышевской улусатын тоон үйз дете, Аллана Бестерта Ленин улусатын уоликтез дете, Гүлі коротка Ярославской улусатын бехен бир а нюмедда дете. Бесетри бенгет 31, алуғын 0 алыс. Саха страховка компания Еге ипотека страховкатын орды кепчеке барышта компанияны булан онлайн страховкалан терден берері. Так, последний, дорогие собратьщи, дорогие, на дом, на фундамент дома может.
солнечное, но солнце пробивается. Участки снимали видео толстый слой асфальта, вижу. Сказали 100 километров будут тянуть. Ну, дорога вроде бы влажная.
почему не сделать так вот на этих участках? Связь уже неустойчивая, радио FM.
участок. Здесь сейчас предложат уйти направо. В данный момент показывает уйти направо. Там раньше была дорога, видно ее, щебенистая, узкая. Okay.
562 по MapMe и 417 в Яндекс. Ну, почему такая разница? MapMe начнет сейчас опять вводить в объезд.
света. Дорога. Техники не видно, ни людей, ни хрена никого не видно, чтобы работали.